Здравствуйте, коллеги! Очень рада вас всех сегодня здесь видеть, несмотря на то, что еще продолжаются у вас отпуска. Я думаю, что еще недели две у вас есть времени отдохнуть, собраться с новыми силами. И тем не менее, хорошо, что многие из вас нашли время для того, чтобы поговорить вот на такую важную тему. Почему она важная? Это понятно, потому что уже в сентябре начинается школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Об этом мы тоже сегодня с вами поговорим. Я забыла представиться. Меня зовут Екатерина Дмитриевна, моя фамилия Зубкова. Я ведущий методист группы компании «Просвещение», моя специализация – математика, функциональная грамотность. То есть все то, что сегодня нас с вами будет интересовать. У меня сразу к вам такой вопрос. Я думаю, что многие из вас начинали работать в пятом классе, может быть, кто-то и сейчас будет работать в пятом классе. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть приемы, методы и с, каким образом вы можете, например, в классе, который вы берете, определить, вот этот ребенок олимпиадник, этот ребенок отличник, но к, к олимпиадам, наверное, все-таки еще не готов. И как вы вообще выделяете одаренных детей именно в области математики? Какие у вас для этого есть педагогические приемы? Я думаю, что нам всем будет интересно. В чате всем смогут увидеть ваши сообщения, и мне тоже будет очень интересно интересно. Так, ну вот опять у меня почему-то отключился интернет. Ну, я думаю, что, может быть, он со временем подключится. У меня я тоже буду следить за чатом, за вашими сообщениями и постараюсь своевременно отвечать на все ваши вопросы. У меня был уже подобный вебинар, но уже прошел год. Появляются новые какие-то моменты интересные, новые задачи интересные, и поэтому я полагаю, что как раз в конце лета очень полезно об этом вспомнить. Что-то я, конечно, повторю, но за год уже, может быть, вы уже что-то и забыли того, что я э, говорила. Прежде всего, вот как я уже сказала, очень важный вопрос, вообще, в принципе, что же это такое одаренный ребенок, даже не в области математики, вообще, что это такое талантливый ребенок, одаренный ребенок, что это такое одаренность. Но ну, я думаю, что вы вот с тем определением, которое видите сейчас на слайде, знакомы, понятно, что это ребенок, раз уж мы говорим о детях, э, который обладает какими-то э, очевидными яркими особенностями, достижениями, э, или, э, обратите внимание, имеет внутренние предпочтения, для таких достижений. То есть определенная одаренность может развиться именно в процессе какой-то деятельности. Если ребенок помещен в благоприятную среду для того, чтобы у него способности развивались в том или ином виде, виде деятельности. Какая цель наша с вами, как у э, учителей уже основной школы, потому что дети к нам приходят в пятом классе? Понятно, что чаще всего уже понятно, одарен ребенок в той или иной э, области или нет. Поэтому наша с вами цель – это именно создание условий для того, чтобы этот талант, эта способность у ребенка не пропала. То есть э, дать им возможность реализовать эту способность и развить ее дальше. И э, если мы говорим о математике, то это, разумеется, участием в олимпиадах и конкурсах добиться неплохого результата и что потом впоследствии даст ему возможность осознанно выбрать свою профессиональную сферу деятельности займется ли он наукой займется ли он обучением других детей или может быть даже и поменяет свою свой вид деятельности а оставит свой талант именно для саморазвития может быть для развития может быть хобби каких-то своих. То есть, но ну, условия мы должны создавать равные абсолютно для всех школьников, потому что, кто знает, способности могут проявиться и позже. Я слышала о таких случаях, когда школьник, на школьнике в пятом-шестом классе, в принципе, еще непонятно, в чем именно он одарен, а, скажем, к седьмому-восьмому классу вот это проявляется. Но ну, здесь не идет речь, конечно, например, о достижениях в спорте или в искусстве, а вот именно о каких-то предметных способностях, математика, русский, английский, может быть, именно о таких таких моментах. Так, секундочку, сейчас посмотрим. Вы уже поделились своими какими-то соображениями, вероятно. Так, Ольга Драгон. Знакомлюсь с будущими пятиклассниками заранее, присутствую на уроках в четвертом классе, беседую с их классным руководителем. Очень хороший метод, я сама им пользовалась. Решает задачи нестандартно, предлагает решения, выходящие за привычные. Но каким способом вы это определяете, что вы для этого делаете, чтобы посмотреть, чтобы школьник решает задачи нестандартно. Вот Как вы это именно в самом начале учебного года делаете, очень интересно, какие приемы. Вот можно это на самом деле сделать, пообщавшись с классным руководителем в четвертом классе, это очень хорошо а, и правильно. Да, рекомендации учителя начальных, а, начальной школы – вводное тестирование. А, тоже очень хороший способ. В вводном тестировании, если оно внутреннее, ваш входящий контроль, который вы сами проводите как учитель, то обязательно включить туда задание ну и на проверку основных умений и навыков, которые он вынес из начальной школы и обязательно какую-нибудь парочку олимпиадных задачек обязательно включить это тоже бывает иногда полезно какие наши задачи вот мы уже об этом с вами в чате начали говорить мы их должны сначала выявить система работы если вы опытный учитель у вас скорее всего уже создана но хотелось бы отметить что в принципе работа с одаренными детьми и э, именно вот узкая подготовка к олимпиадам э, не всегда мы обязаны этим заниматься как учителя предметники это не всегда входит э, в круг наших обязанностей иногда у нас на это даже э, не бывает времени чаще всего это все-таки отдельные занятия для олимпиадников и очень хорошо если вы выявив таких одаренных детей в плане математики. Если у вас нет на самом деле для этого ресурсов и временных, и, может быть, внутренних, то направить его на, э, при, наверняка, имеющиеся в вашем регионе центры под, олимпиадной подготовки, кружки математические или порекомендовать те ресурсы с помощью которых школьник может развить свои математические способности. На первых уроках э, пишет Вера, э, провожу тестирование знаний по математике на, э, начальной школы, включение стандартные задания. Спасибо Большой коллеги, вот это именно очень хорошие приемы, которые, я полагаю, каждый из вас э, проводит. Я думаю, что вы делаете это в системе. Э, в неурочной деятельности я об этом уже немного сказала. Если у вас есть такая нагрузка, как ведение математического кружка, очень часто это этим нагружают ну вот просто по своему опыту я помню молодых учителей математики которые только приходят из вуза почему ну потому что э, учитель приходит молодой учитель заряженный э, у него очень много как правило бывает э, творческих инициатив и очень часто и он ближе к школьникам по возрасту это тоже важно и может заняться с ним такой олимпиадной подготовкой кроме того э, очень часто именно в организации в организационных моментах в всероссийской олимпиада школьников муниципального регионального этапа часто задействует студентов в том числе и для создания э, э, олимпиадных заданий поэтому это бывает иногда очень полезно именно молодому человеку дать такую нагрузку э, именно по ведению математического кружка но есть и опытные педагоги особенно в физмат школах которые в системе ведут такие занятия есть и летние школы олимпиадные э, э, то есть во многих регионах это э, заведено просто уже в системе в традициях но э, даже если у вас этого нет в школе если вы в обычной школе работаете то тем не менее какие-то определенные шаги вы можете предпринять то есть выявить порекомендовать э, организовать, добавить в учебный процесс вот таких каких-то нестандартных заданий, о них чуть позже. Ну и в принципе тоже немаловажно, потому что одаренные дети в той или иной степени, в том числе и в математике, им, конечно, нужна психологическая помощь и поддержка, потому что все-таки они выделяются из общего числа школьников, и иногда их, может быть, какая-то эмоциональная нестабильность может помешать учителям увидеть эту одаренность тоже наверняка вы с этим сталкивались. То есть именно интеллектуально одаренный школьник иногда нуждается в, и в психологической поддержке, в поддержке нашей родителей, потому что ну, это все-таки немного другие дети. Есть отличники, есть дети, которые успешно сдают ОГЭ, ЕГЭ, там стубальники наши, а есть олимпиадники. Это немного разные все-таки дети. Чаще всего, не всегда, кстати, дети, которые занимают места призовые в олимпиадах, могут претендовать на 100 баллов в егэ я думаю что у вас тоже были такие э, случаи есть две точки зрения на вот проявление детской одаренности есть точка зрения что дети абсолютно все одарены в той или иной степени ну то есть все дети одаренные, мы каждому должны э, в каждом должны разглядеть ту или иную одаренность и помочь ей развиться а другая степь, точка зрения, что одаренные дети – это все-таки редкость, это определенная часть школьников, ну, уникальное, достаточно уникальное явление. И в самом деле ну, мы все-таки стараемся всегда, вот если, предположим, математический кружок, сначала туда идут дети все-таки по желанию, если он в школе. Создаются для всех одинаковые условия. И тем не менее кто-то становится призером и победителем, а кто-то продолжает, может быть, с интересом решать олимпиадные задачки, но все-таки никаких таких серьезных достижений не имеет, так же как и в спорте. Спортивная секция одни становятся олимпийскими чемпионами, другие неплохими тренерами, но тем не менее успехов в спорте, например, таких серьезных не имеют, хотя условия, в принципе, создаются для всех одинаковые. Обе эти точки зрения, в принципе, имеют право на существование, но вот я вот лично придерживаюсь мнения, что Конечно, все дети замечательные, все дети способны, но вот одаренность все-таки это не, всегда, не, не так часто на самом деле встречается. Так. Угу. Татьяна. Даю письменную работу, смотрю, как дитё, дети, наверное, выражают свою позицию. Некоторые мыслят нестандартно. Для меня это показатель одаренности. Это не всегда отличники. Да, об этом я и говорила. Преподаю литературу. Очень хорошо, что есть здесь другие учителя-предметники, потому что, несмотря на то, что я буду показывать на примерах математических задач, я серьезные такие глубокие задачи не буду разбирать из углубленки. Поэтому это будет полезно и учителям всех предметов тоже. А без... Вот без литературы без читательской грамотности и даже олимпиадную задачу решить достаточно сложно, потому что там, как правило требуется развернутое решение не просто ответ. А здесь как раз бывает иногда западание как раз у таких творческих талантливых детей, они в уме все сделали, решили, ответ написали, а им на Олимпиаде это не зачлось. Самое главное, самое главное мероприятие, конечно, для наших талантливых деток, это Всероссийская Олимпиада школьников. Здесь на этом слайде есть прямая ссылка на портал, Олимпиады и чем отличается это от того портала, который был раньше, ну, несколько лет назад. Раньше Олимпиада, вот этот Олимпиадный портал касался именно Всероссийской Олимпиады школьников, а теперь мы здесь можем найти и порекомендовать школьникам информацию об абсолютно всех конкурсных мероприятиях, именно знаковых, именно тех, которые дают потом льготы при поступлении в ВУЗ. Вот это очень важно. Напомню, что школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников начнется уже в сентябре участвовать с 4 по 11 класс ну, по всем предметам не по всем с 4 разумеется и не, по всем, не во всех классах, то есть в четвертом классе, разумеется, это только школьный этап. А в некоторых регионах по русскому языку и по математике есть и муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Дальше уже у нас дети четвертых, пятых, шестых классов все-таки не идут. И на все раз это 9, 10, 11 класс. И по желанию могут участвовать восьмиклассники, но для них отдельных заданий не создаются. Они выполняют задания 9 класса. Вся эта информация я не буду сейчас абсолютно полностью рассказывать, что размещено на сайте. Я думаю, что вы должны обязательно дать эту ссылку школьникам и родителям. И родителям, что еще, о чем нужно еще э, говорить? Что вот для того, чтобы достичь вот таких серьезных результатов, вот здесь я специально сделала вот такие скрины недавних таких серьезных наших побед. Это и победа нашей э, девичьей э, сборной в математической олимпиаде и сборной России в международной математической олимпиаде, для того, чтобы достичь таких серьезных результатов, конечно, нужно участвовать в этом, ехать на этом олимпиадном лифте, наверное, с, ну, не наверное, наверняка, с начальной школы. То есть ну, у многих родителей я встречалась тоже с такой позицией родителей, что это еще не скоро, в ВУЗ поступать после 11 класса, вот тогда в 8-9 классе мы и займемся. На самом деле, э, конечно, есть вероятность, что, что школьник, например, определился, как вот с моей дочерью было, она определилась, что будет заниматься биологией в девятом классе и углубленно этим занялась. Да, вот она стала призером Олимпиады МГУ. Но так бывает не со всеми а, школьниками. Ча часто бывает, что Часто бывает, что успехов достигают именно те дети, которые с четвертого класса участвуют вот в этом олимпиадном движении. Поэтому ставить в известность о существовании вот такой всероссийской олимпиады школьников и не только ее, вот с этим сайтом лучше познакомить школьников прямо в пятом классе. Тем более, что уже сейчас можно ознакомиться с проектом... С проектом Перечня олимпиад школьников на 21-22 учебный год 86 олимпиад дают право по, с льготы для поступления в вузы льготы эти разные это нужно смотреть уже на сайтов, на сайтах конкретных вузов Иногда это бывает 100 баллов по ЕГЭ, для этого нужно 75 баллов набрать на ЕГЭ, иногда это вступительный экзамен, засчитывается, можно его не сдавать, то есть везде по-разному, ну, разумеется, по профильному предмету, если школьник поступает на профильный вуз. И как было ранее, это опять нужно смотреть на сайтах уже вузов, и именно вот когда это уже будет полным, не проект, а уже такой будет настоящий приказ, как это будет выглядеть, то есть можно ли будет... Результат Олимпиады, учесть во всех, подавать его во все вузы, или это только на одной из специальности, на одном из направлений можно это будет участвовать, использовать. То есть это может быть по-разному. Так, куда-то я не туда опять ушла. Екатерин, можно мне это, а то, чтобы мне не отвлекаться? У меня ушло, прошу прощения. Самое интересное, конечно, то, что интересно учителям, предметникам, уже, может быть, не столько родителям и школьникам это задание. Где брать задания для подготовки к Олимпиаде, может быть, для ведения математического кружка? Прошу прощения еще раз. Самый главный, конечно, ресурс для всех нас это непосредственно этот сайт, где есть разобранные задания, начиная там, с 2000. 2009 года, можно найти и раньше, но уже на старой версии э, сайта. Это э, разобранные задания, иногда с видеоразборами. Вот посмотрите, э, с четвертого класса это, разумеется, школьный этап, и э, с... Вот я специально здесь сделал две вкладки, пятый класс и одиннадцатый класс. Здесь уже и региональный этап тоже есть с разбором. Так, звездный час, блиц-турнир знатоков. Это я зачитываю то, что вы здесь какие способы приема используете для того, чтобы выявить олимпиадников. Решение нестандартных задач, знание плюс нестандартное мышление. Угу. Знакомлюсь за... Ага, ага, ну все. Угу. Спасибо большое за ваше... Так, в лицее. Ну, лицей, да, тут как раз в системе идет подготовка, спецкурсы которые дополнительные платные услуги, да, это тоже действует. Дети с родителями сами выбирают э, предмет на этих занятиях. Решаем олимпиадные задачи, сразу видно одаренных детей. Но у вас есть коллеги, способ увидеть одаренных детей даже не на специальных занятиях, а непосредственно на уроке потому что, ну предположим, нет у вас возможности в школе организовать дополнительные платные услуги или, может быть, у каких-то родителей нет возможности оплачивать эти дополнительные услуги, а, а в принципе ребенок может проявить свои способности, то в принципе Такие э, возможности мы должны давать разным э, школьникам. Что можно использовать непосредственно на уроках? Конечно, э, масса и есть онлайн-ресурсов, но вот э, мне бы хотелось начать с одной из моих любимых книжечек. Это задача на смекалку э, Шевкина-Шарыгина. Э, э, и я очень часто использую материалы из этой книги, но вот э, конкретно эту задачку я еще не использовала, поэтому вот решила сейчас э, рассмотреть. Почему? Потому что это геометрия, это выход в пространство. И это именно пятый класс. В пятом классе вполне можно дать такое задание, причем непосредственно на уроке. То, что можно на уроке разобрать, не на кружке. Почему? Потому что для выполнения вот такого задания много времени не понадобится. То есть, конечно, не на каждом уроке, но вот в конце четверти, например, вполне можно такое задание... Дать. Так, участвуем в Олимпиаде школьников, спасибо, любовь, начиная с четвертых классов, у детей подготовка. Так, существу, хороший вопрос. Существует ли подготовка учителей для того, чтобы мы усовершенствовали свой уровень, подготовили уже победителей? Разумеется, такая подготовка есть. Существуют и курсы специальные, в том числе и у нас в Академии просвещения. Наверняка у вас в регионе, в ваших институтах повышения, институтах развития и образования есть такие курсы. Есть очень много онлайн-ресурсов ресурсов, и у нас в том числе. Мы со своей стороны тоже проводим вебинары, занятия. Вот сейчас, например, я показываю вам, какие можно использовать ресурсы, где взять и как это можно использовать. То есть, конечно, такая подготовка существует. Но опять хочу вам сказать, что, предположим, если у вас такой возможности нет внутренней, ну, предпол... все учителя разные. Есть учителя, которые говорят, что вот, ну, они не могут готовить к Олимпиадам, и это нормально, коллеги, это вполне нормально, не каждый из нас может это делать. Тем не менее, какие-то небольшие шаги может все-таки делать каждый. Поэтому выявить и, повторюсь, направить на кружки, например, Центра Олимпиадной подготовки, которые есть при некоторых вузах, вполне вы можете непосредственно на уроках. Ну, я думаю, мы вы познакомились уже с этой задачей э, визуально. И давайте посмотрим, как можно э, дать это на рассмотрение школьникам. Посмотрите, здесь уже есть картинка э, кубика, который нужно сложить без, с отсутствием вот этого маленького кубика, есть куб. И подсказка есть, посмотрите, какой же именно прямоугольный параллелепипед нужно использовать. То есть этот прямоугольный параллелепипед сложен именно из этих двух кубиков, посмотрите, из которых состоит большой куб. То есть из двух тех кубиков, один из которых вынули из этого большого куба. Поэтому у школьника сразу должна появиться, ну, мысль, что, в принципе, вот он, параллелепипед, его можно мысленно разделить на два таких кубика. И дальше мы, кто-то из школьников поймет, что нужно сначала перейти в плоскость, понять, что нужно представить, как это выглядит, каждый из граней кубика. Кому-то может быть куба, кому-то, может быть, нужно будет подсказать. То есть, если вы, например, это даете детям для самостоятельного решения дома, а потом разбираете, можно это на разборе использовать, а можно вот именно показать, как решать Такие задачи по-разному вы можете использовать вот этот ряд а, слайдов а, в школе, Елена, в, в нашей школе этот сайт используется в работе 5 ага, а, десятых классов, а, а угу, Интеллектик, ага, подготовка к школьной а, олимпиадному движению, школьное олимпиадное движение. Угу, спасибо, большое спасибо. Итак, переходим из пространства в плоскость, смотрим, как может выглядеть а, различные слои. Очень хорошо использовать именно раскраску разным цветом, для того, чтобы это было более наглядно. И здесь уже вот после этой подсказки опять предложить школьникам уже, может быть, изобразить на бумаге, как это будет выглядеть и проверить? Получилось, не получилось? В принципе, мы обязательно должны дать ответ, то есть показать и отдать ответ. Можно это сделать или нет? Нужно подчеркивать, что в процессе решения олимпиадных заданий нужно не просто написать ответ, можно, а обязательно показать. В данном случае достаточно будет графическое изображение, что на самом деле это сделать можно. Повторю, что вы можете взять себе эту презентацию, она уже доступна к скачиванию, разделить на части, в принципе, PDF формат онлайн сейчас можно перевести в PowerPoint. Если вы захотите презентацию в PowerPoint, если у вас нет возможности, вы можете, сможете мне написать по электронной почте, я вам по запросу вышлю. Для того, чтобы вы эти слайды могли вынуть и использовать в своих, ну, на своих уроках. Только просьба не убирать наш логотип, потому что, чтобы не нарушать авторские права. Так, да, вот такая задача. Вот чем мне показалась интересной эта задача? Напомню, что это сборник для учащихся пятых-шестых классов. Если дать эту задачу, например, в восьмом классе, то у школьника, по идее, это не должно вызвать никаких сложностей, вот решение этой конкретной задачи. Если же в пятом-шестом классе, то, конечно, это вполне может являться олимпиадной задачей. Посмотрите, вот у нас коробочка, вот у нас муха и паук, и паук, естественно, хочет муху поймать для своих определенных целей. Так, любовь, моя почта, мои контактные данные будут в конце вебинара обязательно вы получите на последнем слайде презентации которая, в принципе, уже доступна э, к скачиванию. Посмотрите, опять, в чем смысл э, пропедевтика уже стереометрии? То есть приучать школьников, э, если у них нет перед глазами вот параллелепипеда, вот такой коробочки, хотя в пятом классе можно ее использовать, просто для того, чтобы посмотреть, и можно вообще, в принципе, измерить непосредственно, взять, изготовить вот такую коробочку, это один из способов. Но это, конечно, долго, сложно и проблематично. А можно перейти на плоскость. Точно так же. То есть изобразить э, два этих пути на различных картинках. Посмотрите, с любым масштабом. Вот здесь такой масштаб стандартный предложен. Вот две клеточки, например, 10 сантиметров. Ну, для того, чтобы уместить на тетрадном листе. И здесь уже школьник 5-6 класса, класса может взять линейку обычную и измерить. Или циркуль, например, циркулем измерить и посмотреть, где длиннее, где короче. Ну, а восьмиклассник, давайте для того, чтобы посмотреть, вовлечены вы в нашу работу или нет, скажите, почему я сказала, что у восьмиклассника это не вызовет никаких э, вообще проблем, должно вызвать никаких проблем, и он ему совершенно не нужно будет воспользоваться никакой э, линейкой. На, я пойду дальше, а вы в принципе в чате сейчас мне напишите э, ответ на этот вопрос, почему для восьмиклассника это не должно вызывать не должно вызвать никаких сложностей дополнительных измерительных инструментов. То есть вот часть развертки, если, предположим, школьников проблемы мы показали, и задаем тот же вопрос, какой путь короче. И ребенок может это непосредственно измерить, в случае чего он может сделать это даже с помощью... Да, спасибо большое, коллеги, вижу, вы вовлечены. Да, с помощью теоремы Пифагора восьмиклассник, конечно, легко выполнит это задание. Помимо объяснения, школьник обязательно должен дать ответ. Ответ может выглядеть раз. Вот тут два варианта ответа либо путь Б. Короче, но ну, это в том случае, если школьник изобразил этих два пути и обозначил их буквами А и Б. Может, он один-два обозначил, тогда он напишет первый или второй путь «короче». Или он полным ответом ответит на этот вопрос. Кратчайший. Спасибо большое, коллеги. Да, разумеется, прим... это применение теоремы Пифагора, если это задание. Кстати, можете попробовать дать в восьмом классе. Будет ли он исп... для того, чтобы использовать теорему Пифагора, школьник еще должен догадаться, что нужно перейти от пространство в плоскость. Какие именно разделы есть в, этой, в этом пособии, вот сейчас у вас перед, на слайде есть. Наверняка у вас есть эта книга, либо старая, в старом формате. Вот у меня была, как в начале моего педагогического пути, еще старенькая книжечка такая, вы видите ее старую обложку. Сейчас обложка изменилась, разумеется, немножко меняется содержание, а еще больше таких задач, вы можете непосредственно найти на сайте Александра Владимировича Шевкина. Адрес сайта я вам тоже здесь дала. Там есть много задач, полезных рекомендаций, в том числе и для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Но вот здесь ссылка не прямая на именно олимпиадную страничку этого сайта. Пожалуйста, посещайте, смотрите. Очень много полезных заданий. Такую задачку давайте посмотрим. Я тоже ее раньше не рассматривала, решила рассмотреть, потому что дети, современные дети у нас очень любят решать задачи, так или иначе связанные с финансами, с деньгами. Ну вот такая задачка. Ее тоже можно дать непосредственно в начале урока. Вот просто вместо, вместо устного счета, например. Я вот очень часто пользовалась этим... Э, 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 спасибо большое. Этим э, при, вот этим способом приемом, то есть начинала урок, практически каждый в пятом классе с какой-нибудь такой нестандартной, но достаточно легкой задачки, потому что на первом уроке, может быть, не всегда, на первом втором увидишь такого ребенка, а если, например, в течение первой четверти каждый день давать вот такие задачки, то сразу мы одаренного ребенка и увидим, тем более, что раньше, когда я только начинал работать в школе, все-таки олимпиада школьный этап олимпиады начинался не в сентябре, а чуть позже, но тем не менее это не значит, что мы мы должны, вот подготовили к школьному этапу, подготовили, и когда закончился муниципальный, все, мы на этом завершили. Олимпиадная подготовка должна все-таки, и работа с одаренными детьми должна проводиться в системе на протяжении всего учебного года, а иногда и летом тоже, есть летние школы. Тоже вы прочитали это, эту задачу, у меня такой к вам вопрос, коллеги. Надо было, конечно, мне раньше его задать, чтобы вы уже ответили на него. Как вы думаете, какой сразу, сходу, чаще всего дают ответ дети? Вот именно дети сразу. Прочитав задачу, какой сразу первый у них стандартный ответ возникает. Вот, вот они прочитали, посмотрели. Задача короткая, то это небольшой какой-то текст, с которым нужно разбираться. И есть у нас такие, особенно если мы временные рамки дадим на уроке, например, вот вам. Две минуты на раздумье. Кто может, кто первый ответит, например, на этот вопрос. И сразу школьники могут э, стандартно, ну вот у меня так было стандартно, дают неправильный ответ. Да, спасибо, коллеги, совершенно верно. Вот чаще всего у детей почему-то, причем даже если вы это в восьмом или в десятом классе дадите, чаще всего взрослому человеку, чаще всего дают неправильный ответ. 10 рублей можно сразу сказать, нет, неверно, подумайте еще, а можно предложить им э, сделать проверку и вообще это, показать им, что проверка это очень хороший способ, э, который поможет им в том числе и при выполнении всероссийских проверочных работ и при выполнении задания основного государственного экзамена, потому что всегда нужно все проверять. Решили, а проверьте, так ли это. Ну вот можно, дети проверили, получили, посмотрели, что на самом деле, если получится, что одна из них дала 10 рублей, то разница составит 20 рублей. И вот здесь уже в чате начали давать правильные ответы определенный процент школьников сразу даст правильный ответ. Именно 5 рублей. Тоже его не, нужно, разумеется, проверить. Зачем? Для того, чтобы посмотреть, все ли верно. Ответ записать обязательно. Продолжим денежную тему. Это актуально сейчас в наше время. Вот такая задача. Если к моим деньгам добавить половину их, да еще 10 рублей, то у меня станет 100 рублей, поскольку у меня денег. Тоже решила включить эту задачу. Почему? Потому что если дать эту задачу в седьмом классе, то она абсолютно не олимпиадная. Никакой олимпиадности здесь нет. Стандартная задача. И даже в конце шестого класса ее можно дать. Еще по тем в ГОСам, по которым мы сейчас учимся, к которым в шестом классе все-таки еще с уравнением школьники работают. Это по новым в ГОС уравнение переносится в седьмой класс но это еще не скоро будет. Но вот сейчас, если дать это в конце шестого класса или в седьмом классе, то это не олимпиадная задача. Это обыкновенная задача, которую можно решить с помощью составления уравнения. Вот, скажем, таким способом. Я думаю, что тут все понятно. Ну вот да, спасибо большое за правильный ответ. Я обращаюсь сейчас к Марине. А, Елена, если вы на предыдущую задачу, да, ну тут нужно еще подумать. Посмотрите, вот... Это в седьмом классе. Но если мы дадим эту задачу школьникам в пятом классе, и даже в четвертом классе можно дать эту задачу, в четвертом вполне можно дать, то это уже будет задача олимпиадного характера. Посмотрите. То есть как будет решать эту задачу пятиклассник или четвероклассник, который обладает нестандартным мышлением? Конечно, ну, он пойдет с конца, вот сейчас стало 100 рублей, Перед этим, перед тем, как э, добавили 10 рублей, разумеется, там стало 90 рублей. Дальше мы можем подключить графику, а можем и не подключать графику, можем использовать как задачу на части, а может быть у школьника сразу э, появится, возникнет понимание. Что это такое половина, если все это все вместе составляет 90 рублей. На мой взгляд, нагляднее, если вдруг у школьника есть какие-то проблемы, мы же еще в начале пути, то можно предложить им вот такой способ: для того, чтобы дальше они его использовали: рисовать картинку. В любом непонятном случае рисовать, переносить это в графическую форму, это раскладывать по полочкам. Здесь уже становится понятно, что нужно разделить на 3 и умножить на 2. Здесь уже школьники справляются. Угу, да, я, я, спасибо. Угу. Немножечко у нас задержка, но ничего страшного, все равно мы все успеваем э, обсудить. Обязательно давать надо э, ответ. И эти задачи я взяла из замечательной такой книги э, «Тысяча и одна задача по математике», э, 5-7 класс, автор «Спивак». Там еще очень много чудесных задач, часть из которых я уже разбирала на предыдущих вебинарах и буду еще разбирать дальше, потому что задач очень много. В рамках одного вебинара все не рассмотришь. Но тем не менее, я просто вам для наглядности вот сейчас показываю. Вот 72-е задание классное. Прямо обязательно дайте на уроке э, вот такое задание. На уроке, э, если вы даете такие задачи, как домашнее, в качестве домашнего задания, иногда родители у нас переживать начинают очень сильно. Хотя решать должны школьники. Не решили, ничего страшного, на уроке разберем. То есть об этом нужно тоже предупреждать наших родителей. То есть такие задачи, конечно, даются э, не, ну, э, на, на дополнительную оценку, разумеется. Я думаю, что вы об этом знаете. И чем мне нравится еще эта книжка, обратите внимание, 31 пункт, я специально его сюда включила. Есть ряд детей, которые очень любят выполнять такие задания. И, конечно, их мало, но тем не менее, вот это ну, то же самое, что, например, разгадывать кроссворд или вязать э, крючком там, или вышивать крестиком. Вот решать вот такие примеры. Для некоторых некоторые школьники относятся к этому именно так, то есть они на таких примерах отдыхают. Но, тем не менее, такие примеры еще и полезны, разумеется, для закрепления вычислительных умений и навыков. То есть мы помним, и школьников, и родителей предупреждаем, что использование калькулятора на экзамене не предполагается. Поэтому, конечно, эти навыки должны быть отработаны. Таких примерчиков там много. Я, например, очень любила в свое время вот это использовать и в пятом, и в шестом классе ну я брала еще и сборник с канави очень часто для этого ну вот здесь здесь их тоже достаточно много Обращи, обратите на это внимание ну, классно вот почему вот это тоже я а, включила потому что вообще а, а, спивак помимо того что издает вот такие интересные книги у него есть еще я сейчас чуть позже покажу ссылку на а, малый мехмат мгу на его математический кружок он раньше вел и в архиве есть задачи и целый раздел посвящен именно теории графов вернусь опять а, это очень очень часто встречается именно в олимпиадных заданиях и для пятого, и для шестого, и для седьмого класса. Посмотрите, в школьную программу это входит именно только как дополнительный материал. А материал это очень интересный, причем практикоориентированный. То есть здесь еще мы и вопросы функциональной грамотности решаем, ребусы и так далее. Вот это то, что я вам обещала. Ссылка на Малый Мехмат МГУ и на математический кружок именно Александра Васильевича Спивака. Кроме того, вы вот здесь еще много материала можете найти для себя полезного. Здесь, ну, конечно, это для... Очно здесь могут присутствовать только московские школьники, но здесь очень много материалов для занятий и для, ну, для всех абсолютно школьников мира. То есть здесь абсолютно все можно использовать. Посмотрите, ну, вот фрагмент, например, занятия задач э, э, с пивака, причем здесь с решениями, с ответами, с комментариями, с подсказками. Можете использовать, я рекомендую вам это использовать повторю, я сейчас пока мы с вами сейчас разобрали две зад... задачи из двух э, книжечек, это задача на смекалку Шарыгин-Шевкин и э, тысяча одна задача по математике. Э, вот это то, каким образом мы можем школьников э, одаренных выявить именно на начальных этапах пятый, шестой, может быть, седьмой класс и чем можно пользоваться, если вы пользуетесь именно бумажными материалами, э, но Олимпиадные задания, вот чем хороши сейчас современные учебники, они есть и непосредственно в учебниках. Вот об этом нужно помнить. На примере вот УМК Мерзляка я сейчас вам покажу. Я разбирать их сейчас не буду, я их уже разбирала, и вы можете это посмотреть, скачав презентацию. Тем более, что это стандартная задача. Кто-то пирожки жарит, там кто-то карасей, кто-то монетки там подбрасывает. Разный текст может быть у этой задачи, но она такая достаточно стандартная олимпиадная задачка, поэтому сейчас я подробно разбирать не буду такие задачи. Просто дам вам в качестве ознакомления, но вы это сможете использовать именно в работе со школьниками, потому что, ну вот еще одна задача, потому что я их на слайдах разобрала достаточно подробно, именно для того, чтобы у вас был некоторый интерактив со школьниками. Так, можно ли предусмотреть части регионов на данном ресурсе, что нужно для этого сделать? Вы имеете в виду Малый Мехмат МГУ. Я думаю, что если вы туда выйдете, вы сможете выйти на их обратную связь, на их горячую линию и задать вопрос, потому что это не наш ресурс сторонний, это МГУ, Московский государственный университет. И полагаю, что они вам на этот вопрос ответят. Но, скорее всего, да, потому что, как я уже сказала, есть сейчас вообще распространено заочень дистанционное обучение, и если и это для вас, может быть, не вполне удобно, то там есть, там выкладывают они решения задач с комментариями, иногда с видеоразборами. Поэтому, разумеется, абсолютно все могут в этом э, участвовать. Так, ну а я пока покажу, э, но подробно разбирать не буду, потому что, ну, чтобы успеть все сделать в рамках нашего вебинара, каким образом здесь э, это расположено, чтобы вы могли это разбирать со, шко со школьниками. Посмотрите. Ну вот, взяли, разобрали, посмотрели. И а, еще раз повторюсь: объясняйте вашим а, школьникам, ученикам, что помимо того, что дать просто ответ смогут или не смогут, обязательно нужно показать каким образом э, эта задача решается. Э, я на предыдущих вебинарах рассматривала задачи на переправы, потому что это вот задачи на переправы, и она, почему полезная, потому что э, может встречаться и в Олимпиаде по математике, и в школьном этапе Олимпиады по информатике, в пятом-шестом классе. Начиная с седьмого-восьмого класса, там уже все-таки это чисто программирование, а вот школьный этап, пятый-шестой класс, там могут быть именно наставления вот таких алгоритмов, без использования компьютера. Поэтому можно, нужно рассматривать такие задачи, и в конце презентации я вам дам ссылки на проведенные уже мной вебинары, просто чтобы сильно не повторяться, где я разбирала тоже задачи олимпиадного характера. Вы еще раз с ними познакомитесь. Еще один ресурс для подготовки к математическим олимпиадам, конкурсам и не только. Здесь на этом ресурсе размещены разборы, нестандартные разборы, иногда стандартных заданий. Это один из наших авторов, Михаил Семенович кирк задачи из учебников, которого мы сейчас только что с вами рассмотрели. У него есть свой YouTube-канал, где он разбирает задания в основном из учебников, из своих учебников, но учебник это учебник, а именно разбор нестандартными способами, это очень хорошая методическая поддержка для учителей. Можно непосредственно, если у вас позволяет время включать эти видеоролики на уроки, они не очень большие, есть вот даже шестиминутные ролики, можно рекомендовать их способным талантливым деткам для того, чтобы они смотрели ну, невозможно не полюбить математику вот, смотря вот эти ролики, потому что ну, тут на самом деле, кто знает Михаила Семеновича, он в наших мероприятиях участвовал, тот, я думаю, со мной согласится. Но это просто замечательно, оторваться невозможно. Поэтому, пожалуйста, смотрите, берите что-то для себя можете непосредственно ролики включать можете на других примерах рассматривать использовать те нестандартные способы решений которые показывает михаил семенович другие полезные ресурсы. И, коллеги, буду очень вам благодарна. Я здесь выбрала именно такие основные ресурсы, помимо тех, которые я вам сейчас показала, учебники, наши пособия, Малый Мехмат МГУ и еще ресурсы. Если есть у вас ваши, может быть, региональные ресурсы в свободном доступе, мы все будем рады, и я, и участники нашего вебинара, если вы поделитесь этими ресурсами, которыми вы пользуетесь для поиска нестандартных интересных задачек или, может быть, для подготовки школьников. Открытые ресурсы, пожалуйста, если это возможно. Так, вот онлайн-курсы Сириуса, да, извините, забыла об этом напомнить. Кстати, там проходил в мае пригласительный этап на Всероссийскую Олимпиаду школьников. Да, это тоже очень полезный ресурс. Угу. Спасибо большое вот за Ирина. Спасибо большое за такое напоминание. А то я бы вот прям забыла. Посмотрим внимательно, ну вот это problems.ru, чего там только нет, здесь именно собраны полезные ресурсы. Так, такие задачи надо прорешивать. Да, ну, конечно, надо. Вот те задачи, которые мы сейчас с вами разобрали, они доступны, в принципе, даже для использования на уроках. Ну, а здесь вот то, что сейчас я показываю, наверное, это все-таки уже для внеурочной деятельности больше. Именно для математического кружка. Вот этот портал, я бы рекомендовала показать, дать ссылку на него. И, ну, ссылка есть чуть раньше, вот на перечне. Просто это вам как визуальное э, э, изображение это математические этюды, можно вообще дать для домашнего использования. На уроках не у всех может быть возможно. Здесь очень красивые 3D-модели именно с выходом в пространство и переход из пространства в плоскость. Причем здесь не только математика, здесь и техника, инженерные науки, информатика. То есть посмотрите, пожалуйста, сами и предложите обязательно школьникам. Ну и разумеется, журнал «Квант» и журнал «Квантик». Я думаю, что каждый из нас с вами хоть раз наверняка пользовался этими ресурсами. Кстати, вы видите здесь специальная вот эту, такую картинку,

Сюда включила. Вот эта задачка есть и в книге Спивака. Посмотрите, здесь некоторые журналы можно скачивать бесплатно. Вот, например, 2012 год полностью вся подборка доступна к скачиванию. И я полагаю, что олимпиадные задачи не так сильно меняются. Вы это можете брать, использовать, выводить на экран, распечатывать, давать детям домой, разбирать на математических кружках, потому что чаще всего здесь все бывает с разбором. И в очень интересной, увлекательной для школьников манере. Квантик это для более младших школьников. Журнал Квант это уже серьезно для подготовки к Олимпиадам. Если мы говорим об одаренных школьниках математически, то чаще всего к нам дети обращаются именно с просьбами, чтобы мы порекомендовали им какие-нибудь задачи, именно выходящие за рамки школьных, школьного учебника. Разумеется, у нас такие задачники есть, которые решают... Сразу несколько э, проблем. Это и подготовка к конкурсам к математическим, в том числе Олимпиадам. Это и работа, может быть, иногда со слабоуспевающими школьниками, потому что некоторые из тех сборников, о которых я сейчас говорю, многоуровневые. Э, э, и э, в том числе и подготовка к УГ и Мы знаем, что сейчас и в УГЭ, и в ЕГЭ включают все-таки за последние задачи. Это практически олимпиадного характера. ВПР – последние задачи это олимпиадного характера. Ну вот вы видите здесь, например, книгу… Сборник Галецкого. Но чаще всего он, конечно, используется в физмат-лицеях. Я думаю, вы с этим согласитесь. Или если у вас класс математический. В обычном классе все-таки сборник Галецкого используется не так часто. Вот здесь вы видите сборничек Прасолова 7 класса. Но я бы вот вам рекомендовала вот эту книгу. Здесь есть на нее ссылка прямая. Это решение задач повышенной сложности по геометрии 7-9 класс. И сам Прасолов пару лет назад проводил серию вебинаров именно по работе с этой книгой. Если у вас есть такая необходимость, я вам могу ну, порекомендовать, скину, кинуть. В принципе, вы можете на вкладке вебинары на нашем сайте найти его, но набрав просто фамилию, найти его вебинар. Ну, на YouTube, на нашем YouTube канале вы можете набрать фамилию Прасолов, тоже найти его вебинар. Если не получится, то вы мне по почте напишите, я вам ссылку на вебинар и его дам. Там он показывает именно конкретно по седьмому, по восьмому, по девятому классу, как работать с этой книгой. Задачи здесь не только помогут выйти за рамки школьного учебника и подготовить к олимпиадам, конкурсам, но и здесь неплохая подготовка к ЕГЭ. К ЕГЭ не, не прям я не оговариваюсь именно к ЕГЭ, потому что планеметрический. И задачи в ЕГЭ – это всегда такой больной вопрос для нас с вами. И к ОГЭ, разумеется, тоже вторая часть. Имеется в виду именно вторая часть. Посмотрите, вот вы видите здесь название глав, здесь Практически все задачи, если не с ответами, то с указаниями, пояснениями, комментариями, то есть подсказками, посмотрите, то есть все разобрано. Ну, разбор, разумеется, если, ну, если это люди, дети, олимпиадники, они, конечно, в конец учебника заглядывать будут только в случае крайней необходимости, потому что это дети мотивированные. Для них все-таки выдирать вот эти страницы с ответами не нужно, но вот обязательно используйте просто для наглядности. Посмотрите, вот задачи например, вот длина окружности и площадь круга. Дана теория, точечно, основная, которая нужна, и задачи. Очень интересные задачи, сложные. И если мы заглянем на страницу ответов, там пояснений, комментариев, то обратите внимание, подробно все расписано для того, чтобы школьник мог сам даже подготовиться к Олимпиадам, если, например, нет такой возможности у вас в школе вести математический кружок. Такой тоже может быть. В свою очередь, помимо этого, здесь был вопрос, где, как можно организовать подготовку учителей. Посмотрите, мы рады помочь вам абсолютно всегда и во всем. Для этого, собственно, создан и мы созданы, и создан дополнительно сайт, портал «Просвещение и поддержка, где все интересные материалы для вас находятся. Здесь и вебинары прошедшие, и анонсы следующих, и конференции, которые и прошли, все в записи, есть выступления всех интереснейших авторов, спикеров, э, экспертов ЕГУГ. Э людей, которые непосредственно участвуют в разработке заданий здесь и рабочие программы, то есть абсолютно все здесь есть. Вы можете этим пользоваться. Если что-то не нашли, всегда пишите на горячую линию, всегда мы вам поможем. Как я и обещала, олимпиадные задания я разбираю не первый раз, поэтому обратите внимание, здесь есть ссылки на три вебинара, они недавние, но вдруг вы их не смогли посетить. Там в том числе я олимпиадные задачки, такие занимательные задачки тоже разбираю, поэтому смотрите. Смотрите, угу. так, спасибо, учиру, тоже пользуюсь, да, нам в младших классах очень хорошо это использовать, в среднем, в основной школе не всегда бывает на это время именно на учиру. Но это можно давать тоже как для домашних заданий. Не забывайте про SkySmart, где тоже очень много заданий выложено. Тоже можно использовать и на уроках, и во внеурочной деятельности. Тоже неплохой портал. YouTube-канал, вот что я вам рекомендую, обязательно подписаться. Здесь есть ссылка прямая на YouTube канал, он сейчас очень удобно сделан, произошли некоторые изменения в лучшую сторону, очень легко найти материалы по поиску, и если вы подпишетесь, вам будут, если вы увидели интересный вебинар, вы обязательно нажимаете на кнопочку ⁇ напомнить ⁇ и вам придет напоминалка, чтобы вы не забыли, например к нему подключиться вовремя. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И еще хотела бы проанонсировать, это абсолютно для всех учителей предметников будет интересно. У вас скоро будут проходить свои августовки, но и мы тоже решили не остаться в стороне и про проводим для всех учителей всех желающих учителей, педагогов, руководителей, методистов, августки, августовский онлайн педсовет Здесь нет такой строгой привязки к учебным предметам, он абсолютно для всех учителей, здесь очень интересные будут треки, специально не буду вам подробно об этом рассказывать, выходите по ссылке и регистрируйтесь на те треки, которые вас наиболее заинтересуют. Я там тоже буду, могу вам сделать небольшой анонс, 18 17 августа, и в моем треке будет очень интересный учитель математики. Больше не скажу, для, специально для того, чтобы вы вышли э, по этой ссылке э, и посмотрели сами. Очень интересный учитель математики мы пригласили, и я думаю, что он вас заинтересует. Пожалуйста, поделитесь этой ссылкой со своими коллегами, э, не математиками, потому что это ну, будет интересно, я вам прям обещаю. 18 числа э, обязательно приходите к нам. Как я и обещала, тут спрашивали, вот мои контактные данные и горячие линии нашей группы компаний, поэтому обращайтесь, пишите, почта есть, мой телефон привязан к WhatsApp, поэтому можете в WhatsApp написать какой-то вопрос, я обычно сразу отвечаю и не забывайте о том, что в принципе вы все можете приобрести с неплохой скидкой по вот промокоду, который вы здесь видите так записались хорошо записывайтесь, записывайтесь коллеги, потому что это будет очень интересно. сертификаты уже будут в вашем личном кабинете обязательно у нас если вы зарегистрированы то сертификат обязательно у вас в личном кабинете подгружается и кроме того вот Екатерина уже сейчас выложила ссылки на сертификат ну, для того чтобы вы не искали в личном кабинете поэтому пожалуйста скачивайте. Uh -huh. Так, смотрим, были, не пропустила ли я каких-нибудь ваших вопросов. Uh -huh. Так. И, коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы вы не просто, ну, например, с какими-то вопросами обращались по электронной почте, например, ну и с какими-нибудь пожеланиями. Так гораздо удобнее выстраивать нашу с вами работу, если есть какие-то злободневные темы. У нас, конечно, тоже много своих планов там, в течение учебного года и про новый ФГОС рассказать, и пример, пример программы по математике уже появился на сайте Института, развития, Института стратегии развития и образования. И ЕГОГ, конечно, актуальные темы, но если у вас есть конкретные какие-то пожелания, обязательно пишите. Мы ждем ваших пожеланий うん。<laughs> и писем и э, всегда рады вам помочь просто абсолютно во всех ваших э, проблемах, которые у вас возникают. Я вам желаю э, хорошо отдохнуть оставшиеся недельки, э, постарайтесь э, отвлечься все-таки немножечко от э, школьных дел по оставшиеся недели, отдохнуть, набраться здоровья, вдохновения. И тем не менее э, при, э, на некоторых наших на интересующих вас мероприятиях все-таки э, э, побывать, в том числе и 18 числа на нашем педсовете, и войти в новый учебный год радостно, полными творческих идей, сил и, самое главное, здоровья. Давайте в этом году все-таки все останемся здоровы, счастливы. Творческих успехов вам, коллеги! Большое спасибо!